С нами давай играть. Магазин грузика. В магазин грузика едут три машины. Очень медленно. Что-то с ними не так. У красной машины колеса квадратные. У синей полицейской машины колеса в форме звездочек. А у желтого такси треугольники. Как ты думаешь, грузик найдет круглые колеса для этих машин? Ух, машинки наконец-то доехали. Здравствуй, грузик! У тебя в магазине есть колеса правильной круглой формы? На таких ездить совсем неудобно. Посмотри, как удивился грузик. Таких колес он еще не видел. Давайте искать круглые колеса для машинок. Ура! 4 круглых колеса. Полицейской машине они подойдут? Да. Снимаем колеса звездочки. Устанавливаем правильные круглые колеса. Проверим, удобно ли машинке ездить. Очень удобно. Смотри, как быстро едет полицейский автомобиль. А для кого эти красные колеса? Для красного кабриолета. Снимаем колеса-квадраты и устанавливаем круглые красные колеса. Осталось найти круглые колеса для такси. Снимаем треугольники. Ой, это круглые колеса, но они зеленого цвета. Грузик, а желтые колеса у тебя есть? Нет, это фиолетовый цвет. Вот желтые колеса для такси. Машинки подъезжают к кассе. Спасибо за покупку. До свидания, машинки! Счастливого пути! Пока, грузик!
магазин грузика. По дороге едет синий автомобиль. Его зовут Макс. Впереди железнодорожный переезд. Шлагбаум поднимается. Можно ехать. Макс внимательно смотрит по сторонам. Ему все интересно. Яблоки падают с дерева. Макс смотрит, как паровозик едет по рельсам. Ой, смотри на дорогу! Ты наехал колесом на гвоздь. Так ты не сможешь ехать дальше. Не переживай, сейчас кто-нибудь приедет на помощь. Кто живет в этом домике? Оранжевый пикап Бу. Привет, Бу! Поможешь нам спасти Макса? У Макса гвоздь в колесе. Вытаскивай! Не получается. Нужны плоскогубцы. Их можно купить в магазине грузика. Здравствуй, грузик. Что ты продаешь сегодня? Ягоды и фрукты. Нет, это не подходит. Бу, нужны плоскогубцы. Ага. У тебя в магазине есть инструменты? Посмотрим. Молоток. Молотком Бу не сможет вытащить гвоздь. Ага. Шуруповерт. Им закручивают шурупы. Плоскогубцы! Ура! Покупаем! Бу, с тебя 3 копенака. Спасибо за покупку. Можно ехать спасать Макса. А грузик останется наводить порядок в магазине. Макс, сейчас мы вытащим гвоздь из твоего колеса плоскогубцами. Получилось! Спасибо, Бу!
Осталось заехать в автосервис и заменить резину. Лёва, Грузик и Капу прячутся за прямоугольниками, видишь? Они будут смотреть новые мультики. А ты? Выбирай скорее. Жми на прямоугольники. Скорее, пока они не исчезли.